Привет, Рэф. Нет, вы не сходите с ума. Вы просто подавлены, вы себя подавляете, вы наступаете себе на горло. Грубо говоря, вот. И судя по тому, что вы описываете, ну, вы в своей семье растворяетесь. Значит, вы очень сильно растворяетесь в своей семье, вот, своих близких, своих родных. Поэтому я полагаю, что панические атаки отсюда. Вот. Вы вспомните, вот, что вы делали для себя в последний раз? Вообще. Вот. Что вы делали для себя в последний раз? И делали ли вообще? Вот. То есть это вот, мне кажется, такой ключевой момент в данном случае, потому что именно от того, как вы живете, да, и живете ли вы там, грубо говоря, ну, для себя, да? Живете ли вы для себя? Вот. Ну, зависит ни много ни мало направленность вашей психотерапии. Вот. Я сейчас не шучу, я сейчас говорю совершенно серьезно, абсолютно серьезно это говорю вам. Вот. И панические атаки – это результат, как правило, подавленных желаний человека с одной стороны и результат запрета того, что ему хочется, с другой стороны. Вот, панические атаки, как указал мой коллега, не является как бы причиной, да, первопричиной вашей истории, первопричиной вашей ситуации, вот. А панические атаки являются скорее следствием проблемы, которая имеет место быть у вас, да, так же как и тревожность, дискомфорт и так далее. Вот. То есть это то, что вам для себя в первую очередь нужно понять. Вот именно это то, что вам нужно в первую очередь для себя уяснить. Это главное. Дальше. Значит, постоянно чувствует внутренний дискомфорт, от страхов, зациклен на своем состоянии, постоянно прислушиваясь к ощущениям. Ну, вот. Очевидно, да, что вы как-то забиваете на себя, очевидно, что вы как-то вот игнорируете себя, игнорируете свои чувства, к сожалению. Вот. Ну, может быть, вам потребуется сперва осмотр врача обычного,
Вот, потом уже там дальнейшие рекомендации будут. Просто займитесь своим здоровьем. Сейчас. Вот, на самом деле, скажу, как вас не плохо соображаю. Ну, это вам нужно к врачу обратиться. Нет, мама не сходит пока что. Вот, но допускать данный аспект допускать ни в коем случае нельзя. Данную ситуацию допускать ни в коем случае нельзя, потому что может быть, ну, дальше не будет лучше. Хотя, так вот, лучше дальше не будет. Само собой, это, к сожалению, не пройдет, само собой. Вот. Хотя, какая штука. Вот. Поэтому, я думаю, так. Можно вам ответить на ваш вопрос, Екатерина Геннадьевна. Вот, давайте мы откроем ваш профиль. Так, ну, вас тут, вы, значит, создавали свой профиль, вы вроде как даже психолог, написано, что у вас высшая школа психологии, 4 года. Ну, странно, что психолог 7 лет, вы зарегистрированы. Вот. Сегодня не вижу вас ни одного вопроса, еще другого, чтобы хоть как-то более подробно раскрыть вашу личность. Вот, на мой взгляд, вы обесцениваете себя, когда пишете, вот, что если я кому-то помогу, значит, живу не напрасно. То есть вы живете не напрасно, не потому, что кому-то помогаете, а живете не напрасно, в первую очередь, для себя, и только живя для себя, вы можете кому-то помочь. То есть никому как бы легче от вашей жертвы, да, не станет. Никому легче от вашей какой-то вот, ну, от ваших пожертвований никому легче не будет, в принципе. Вот. Поэтому, пожалуйста, учтите данный аспект. Вот, если вы психолог, если вы имеете отношение к психологии, то ну, вы должны знать, что такие аспекты, как у вас, да, не решаются путем простого ответа, они решаются путем психотерапии, психологического консультирования, работы с вами и, соответственно, это процесс. Вот. Но в первую очередь сейчас я рекомендую вам заняться своим здоровьем, вот, я рекомендую вам поисследовать, значит, себя, да, позаботиться о себе, вот, я рекомендую вам сделать так, это важно для вас. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать, сейчас опираясь на то, что вы написали, надеюсь, этого достаточно будет на первое время. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.